А тюбинская молодежь сегодня очень активна на избирательных участках. Будущий специалист железнодорожной отрасли Назым Жанибек в этом году впервые принимает участие на выборах. Ее участок расположился в одной из городских школ, куда девушка пришла рано утром. Как сообщили представители комиссии, на участке номер 110 около 30 молодых людей, которым исполнилось 18 лет. На данный час все они уже исполнили свой гражданский долг. Я сегодня первый раз участвовала на выборах. Это, конечно, для меня большая честь. Я считаю, что молодежь Казахстана не должна быть равнодушной ко всем, что происходит в нашей стране. Я голосовала за свое будущее.